Мой выбор – дать волю своему воображению, дабы познать себя на опыте. Представление о себе. Помни, в каждый момент времени ты находишься в состоянии самоопределения. Ты – это твои представления о себе, которые ты же и контролируешь. Ты сам ограничиваешь то, чем можешь быть, посредством налагаемых на себя ограничений. Можно сказать, что ты определяешь себя через ограничения и тем самым обуславливаешь свою действительность. Иными словами, твоя действительность является посредником, благодаря которому ты, как безграничное существо, можешь ощутить ограниченность формы и обрести опыт обособленности. Ты не становишься всем, что есть ты, ибо уже являешься им. Ты просто вспоминаешь себя. Ты движешься от ограниченности к безграничности и в процессе своего путешествия открываешь новые способы быть безграничным. Бога можно воспринимать как эволюционирующее представление о безграничности. Бог безграничен, и Он бесконечно открывает все новые проявления своей безграничности. В этом парадокс. Нечто может быть совершенным и в то же время развиваться. Прими сей парадокс. Ты – самоосознающая, самоопределяющаяся система верований, которая одновременно является собой и наблюдает себя. Ты – опыт этой системы. Эта система верований есть эволюционирующее выражение твоей ограниченности и одновременно безграничности. Все ограничения определяются тем, во что ты не позволяешь себе верить. Все они – суть плоды твоего неограниченного воображения и веры в то, что ты являешься тем, что сам вообразил. Отбрось предвзятое мнение о том, какой должна быть твоя жизнь, и вообрази ее заново. Независимо от того, осознаешь ли ты это, ты живешь в собственном воображении. Ты – то, что сам вообразил. Мессия, вообрази себя –